В сентябре 2021 года США объявили о приверженности к общему стремлению поддержать Канберру в приобретении атомных подводных лодок для ВМС Австралии. 13 марта этого года это обязательство переросло в следующую фазу с крупным саммитом AUKUS. Это обозначение Австралии, Великобритании, США и объявление о планах американцев поставить австралийцам атомные субмарины. Согласно информационному бюллетеню Белого дома, вооружение Австралии атомными подводными лодками будет происходить поэтапно. Примерно с 2027 года атомные субмарины США и Великобритании будут осуществлять ротационное развертывание в Австралии. В 2030-х годах, при условии одобрения Конгрессом США, Австралия закупит от 3 до 5 подводных лодок класса «Вирджиния». И, наконец, с начала 2040-х годов Австралия построит 8 совершенно новых подводных лодок, включая новую боевую систему. Атомные субмарины позволят осуществлять патрулирование ближе к азиатскому материку без захода в порт. Со своей стороны, Китай заявляет, что последнее совместное заявление США, Великобритании и Австралии демонстрирует, что три страны ради собственных геополитических интересов полностью игнорируют озабоченность международного сообщества и идут все дальше и дальше по пути ошибок и опасности. Китай перечислил ряд ущербных моментов, которых AUKUS принесет региону. Трехсторонний альянс может создать риски распространения ядерного оружия, спровоцировать новый виток гонки вооружений, подорвать процветание и стабильность в регионе, саботировать создание зоны свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии и возродить менталитет холодной войны.一个呢是冷战回潮的隐患，这个三国以意识形态划线打造新的军事集团，将加剧地缘紧张。在国际社会普遍反对冷战和分裂之时，美方公然的违背不搞新冷战的政策宣示，拉帮结伙炮制安格鲁萨克逊小圈子，将地缘的私利置于国际团结之上，这是典型的冷战思维。 Китай считает, что это преднамеренный шаг США и Великобритании по предоставлению носителей оружия массового уничтожения, ядерных технологий и ядерных материалов англоязычному миру. И этот процесс противоречит цели нераспространения ядерного оружия. По словам Ристиана Атрианди Суприанту из Центра стратегических оборонных исследований Австралийского национального университета, с более частым присутствием американских и британских подводных лодок в Австралии у Китая возникает большая потребность в наблюдении за этими подразделениями, таким образом, в увеличении вероятности аварий или инцидентов на море. План размещения атомных субмарин в непосредственной близости от Китая в составе группировки, задачи которой является сдерживание Китая, усиливает также жалобы Китая на то, что Вашингтон окружает КНР, формируя блоки альянсы в стиле холодной войны, что Вашингтон преследует свои интересы безопасности за счет интересов безопасности других стран, а это шаги, ведущие к конфликту и конфронтации. 少数国家间的事，损害的也绝不是单单某一方的利益。这一合作可能引发的消极后果，对整个地区乃至全球都构成威胁。 Китай также заявил, что этот план нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. 美英澳三国核潜艇合作涉及核武器国家向无核武器国家转让大量武器级高浓油。 构成严重核扩散风险，违反不扩散核武器条约的目的和宗旨。三国声称将遵守最高核不扩散标准，纯属欺世盗民，实质上是胁迫国际原子能机构秘书处作出保障监督豁免安排，严重损害机构权威，中方对此坚决反对。 Пакт AUKUS рассматривается как использование лазейки в договоре о нераспространении ядерного оружия от 1968 года, позволяющий передавать расщепляющиеся материалы ядерной технологии государствами, обладающими ядерным оружием, государству, таким оружием не обладающим. 不是这三个国家
私自就能处理的，也不是机构秘书处就能擅自处理的。中方认为这件事必须由机构的成员国来管，我们希望国际社会啊能够共同行动起来，来积极探讨解决这一问题的方案，来共同维护 NPT 的宗旨和目的，共同维护国际防扩散体系，共同维护全球战略与稳定，同时也共同维护世界和平与稳定。Эта лазейка позволяет освобождать расщепляющиеся материалы, используемые для невзрывных военных целей, таких как морские силовые установки, от инспекции и мониторинга со стороны Международного агентства по атомной энергии. А это заставляет нервничать экспортеров по контролю над вооружениями, поскольку создает прецеденты, которые могут использовать другие, чтобы скрыть от международного контроля высокообогащенный уран или плутоний, основное ядро ядерного оружия. Стокгольмо 军控专家的估计，澳大利亚未来八艘核潜艇总共需要1.6到2吨的武器级高浓油。美英向澳大利亚转让的武器级高浓油可以制造60到80枚核武器。澳大利亚是无核武器国家，它公然接受如此大数量的武器级的核材料，它无异于一只脚就跨过了核门槛。美澳核潜艇的合作开辟了一个非常危险的先例，是赤裸裸的，是明目张胆的核扩散行为，它严重违背不扩散核武器条约的目的和宗旨，直接违反国际原子能机构规约，也破坏了全球的战略稳定。По словам Джеймса Актона, со-руководителя программы ядерной политики фонда Карнеги за международный мир, существует реальный и конкретный ущерб. Австралия может злоупотребить этим топливом, но другие страны будут ссылаться на ОКУС в качестве прецедента для снятия ядерного топлива из гарантии. Этот шаг также является хрестоматийным случаем двойных стандартов, которые нанесли бы ущерб международной системе нераспространения. If the United States of America, on the one hand, suppresses countries like Iran, countries like North Korea, and instead it arms other nations, especially those who are facing no threat, like Australia, I think it smacks of double standards. Австралийские критики, с другой стороны, сомневаются в том, что их страна будет существовать, если то, что станет их самым мощным военным инструментом, глубоко укоренится в структуре альянса. Между тем, страны Юго-Восточной Азии ранее выражали опасения, что австралийские атомные субмарины могут в основном работать в своем регионе, особенно в Южно-Китайском море. Well, Indonesia already showed a standpoint to Australia to concern that we ask Australia to be more commitment on peace and stability maintenance in the region. So of course, with the new pact, nuclear pact between UK, Australia and America that allow Australia to procure 8 nuclear power submarines, this will be changing the security landscape in the region. Not only myself, Indonesia, ASEAN, and I think including the China, will against the movement, any movement of proliferation of nuclear power. Они также были обеспокоены риском распространения атомного оружия. Джакарта, например, отметила, что использование ядерных технологий для подводных лодок может повысить риск появления нового оружия массового поражения. Senada dalam isu serantau yang terbaru, yaitu apabila ada sebuah negara yang berdekatan dengan wilayah kita yang ingin membina kapal selam yang baru yang menggunakan tenaga nuklear, walaupun negara tersebut cuba menyatakan bahawa ini adalah kapal selam yang berkuasa nuklear tetapi tidak bersenjata nuklear, namun kami berdua dan kedua-dua kerajaan telah menyatakan kerisauan dan kegusaran kerana
ini boleh menggamit kuasa yang lain untuk datang dengan lebih kerap di kawasan ASEAN dan di kawasan Laut Cina Selatan. Более того, ASEAN или Ассоциация государств Юго-Восточной Азии все больше разделяется из-за разногласий между США и Китаем, поскольку всем государствам-членам нужны экономические связи с Китаем, но они в то же время полагаются на США в вопросах стабильности и безопасности.制造核扩散风险，冲击国际核不扩散体系，损害南太无核区条约，破坏东盟国家建立东南亚无核区的努力。如果强行推进，就如同打开潘多拉魔盒，不仅会带来巨大的安全隐患，更意味着历史的倒退。 В целом, недавние заявления ОКОС обостряют конфронтацию с Китаем и напрягают Дняо, в то время, когда миру больше не нужна конфронтация между сверхдержавами и угроза ядерному сдерживанию и нераспространению.